Что такое день рождения? День рождения – это, конечно, подарки. Это, конечно же, много гостей. И у Автограда очень много гостей и очень много друзей. Но самое главное, что удалось. Удалось за эти 7 лет занимать не то, что позиции лидера, а быть максимально стабильной структурой, которая работает на благо горожан. Что очень нравится, так это приходить туда, где тебя ждут. И коллеги по телетворчеству тоже. Ведь только Автоград дает вам возможность знать адаптированную к различной аудитории информацию о своей плодотворной деятельности. И это не обязательно принудительный репортаж о депутатских слушаниях, а визит на праздник дня рождения. Итак, чему посвящен вот этот стол с вкусной пиццей от Сергея? Чему посвящены вот эти автомобили с шариками? Чему посвящен новый интерьер? Мы сегодня справляем день рождения, 7 лет, магазину по правде 59. Наш магазин расположен по правде 59 и представляет собой автосалон Hyundai. Мы официальные представители Таганрогского завода. В нашем салоне продаются автомобили Hyundai Accent, Sonata, Santa Fe и ожидаются две новинки в апреле месяце. По новинкам я хочу сказать, что представлены будет Elantra в предыдущем кузове и Hyundai Tiger. Это внедорожник, который удовлетворит многих покупателей. Цена его представлена будет намного ниже, чем сейчас представлена Santa Fe. А второй отдел наш – это шины и диски. Внимательному и постоянному зрителю наверняка в глаза бросились перемены и в качестве, и в дизайне. Да, к дню рождения новый стиль и, как всегда, новый ассортимент. И опять же, количество. Непересказанно огромное. И для начала остановимся на дизайне. Ярко, броско, стильно и эффектно одновременно смотрится черное на красном. Для тех, кто не понял, объясню. Красоту черной новой авторезины подчеркивает именно красный цвет. А если добавить серебра, литых легкосплавных, либо кованых, либо хромированных дисков, то вообще дивная обстановочка получается. В компании Bridgestone появились новые стандарты по оформлению шинных центров. И мы на сегодняшний день соответствуем этим стандартам. То есть это фирменные цвета – красный, черный и белый. И все-таки среди людей разных Автоград всегда сохраняет свою привлекательность. Это как? Привлекательность мы свою сохраняем прежде всего индивидуальным подходом к каждому человеку. У нас грамотный персонал, который умеет работать с людьми, умеет предложить товар, умеет оформить продажу, умеет предложить скидку и оставить покупателя удовлетворенным. А пока герои дня сегодняшнего, работники этого подразделения перелистывают страницы истории, вспоминая о пройденных этапах, зафиксированных фотопленкой. Отвлекемся от атмосферы праздника и на секундочку попробуем решить свои меркантильные проблемы под шумок открываемых бутылок с шампанским. Ну, раз мы приехали сюда, в Автоград, на Мерседесе, потому что события хорошие, надо хорошую машину в хорошие диски обуть. Что вы можете предложить? На ваш автомобиль можно предложить различные диски, так же, как и стандартные, и перейти на более большой радиус. То есть вот это все, это вот, пожалуйста, ставь. Да, это диски представлены на Volkswagen, Mercedes, Audi Group. Также на заказ можно и автозапчасти заказать, привезти на любые, в принципе, автомобили. Также и диски через фирму, даже La Connection. Цена за диск, конечно, идет недорого, но кто смотрит передачи те же, как Discovery, то есть где укомплектовывают очень дорогие автомобили, как Hummer, там 20-22 дюймы хромированы, где за диск просто где-то за, по 25 тысяч. Такие тоже можно привезти на заказ. И кто бы ни говорил о временности бытия, возразим. Есть моменты, когда смотреть назад не хочется. Когда думаешь о том, что предстоит сделать. Когда реально, оценивая ситуацию, знаешь, что есть силы достигать большего. А время праздника – всего лишь короткая передышка перед очередным этапом. Но достигать и побеждать можно, когда работает сплоченная команда менеджеров, маркетологов, механиков и экономистов, ведомая мудрым руководством. Но самое главное, когда при этом сохраняется атмосфера дружбы и заботы о нас с вами, любимых Автоградом магнитогорцах и гостях города. Итак, вы развились и представляете, наверное, крупнейшую автомобильную торговую сеть города. Но начиналось это все отсюда. И что сейчас для вашей всей мощной сети Автоград здесь, на правде 59? Ну, скажем так, Автоград на правде 59, это, прежде всего, действительно, это был первый проект такого класса в свое время. Это, скажем так, кузница кадров. Да? Ни больше, ни меньше. Как минимум, да. То есть те люди, которые начинали здесь, они на сегодняшний день у нас в всей сети работают. Это во-первых.
Во-вторых, сегодня мы празднуем 7-летие этого салона. Соответственно, мы его обновили, он представлен, я даже рад за наших клиентов, которые придут сюда, то есть он представлен в другом формате немножко, то есть яркие краски, сочные, они позволяют выделить какие-то моменты, которые помогут клиенту определиться, что же он хочет, да, и это улучшает атмосферу покупки, это приятно каждому прийти в красивый шоурум, в красивый магазин, сделать приятную покупку в чистом центре. 7 лет. Много это или мало? Бесконечно мало в истории государства и много в истории российского бизнеса. За этот промежуток разрушались олигархические раздутые структуры, и страна, которую вытирали ноги, стала более чем весомой. Раз пять менялось название фирмы-продавца. В бывшей квартире вашего любимого соседа с первого этажа сталинского ампира Ленинского района. Но «Автоград» плавно и ровно двигался вперед, и движение своего замедлять не намерен. И как вы поняли, в этом сюжете про шины центра «Автоград», а также о официальном дилере Hyundai, мы вам не показывали машинки. А мы вам показывали довольный персонал, который стабильно стоит на ногах, который позволяет себе вот так просто и одновременно и работать, и отдыхать. И при этом занимаясь повседневной работой, которая видна и успехи которой очевидны.